Николай Казека и Дмитрий Дощинский – лучшие тренеры года. Антон Кушнир и Александра Романовская – лучшие спортсмены. В центре фристайла сегодня свои награды получили те, кто являлся главными ньюсмейкерами сезона в лыжной акробатике. Снежана и Игорь Дребенковы, Вячеслав Тимерцев и Яна Ермашевич, которые произвели фурор на юниорском чемпионате мира, выиграв 4 медали, в том числе 2 золота. Победители в номинации «Прорыв года». Открытием стал Макар Митрофанов. Международные соревнования по синхронным прыжкам, которые впервые в истории прошли в Раубичах, проект года. Конечно, всегда приятно получать какие-то награды, тем более рядом со своими друзьями, рядом с теми, кто ко всему этому причастен. Поэтому, безусловно, очень здорово, что сегодня нас всех тут собрали, и юниорскую команду, и нас. Случай соответствовал тому сезону, который мы провели. Все прошло здорово, все прошло на одном дыхании, и я думаю, что практически все награжденные оказались. Видите, какая команда, правильно сказала Саша Романовская. Победил фристайл. Свое слово на торжественной церемонии сказала и пресса. Выбор СМИ пал на Николая Казека. А Анна Гуськова вполне может составить конкуренцию белорусским журналистам, как победительница в номинации «Ньюсмейкер года» за активную жизнь в соцсетях.